Друзья, в сегодняшнем видеоролике я вам подробно покажу, как верифицировать карту, как принимаются платежи, как они выводятся на карту, ну и как их можно отправить. Благодаря этому человеку, которого вы видите, он очень настырно в комментариях мне писал, что не работает и так далее. Скинул мне $5, и я сразу же провел эту операцию незамедлительно. И уже хочу, ну, выложить видеоролик завтра, на сегодняшний момент. Поэтому давайте уже приступим, посмотрим, как это все делается. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Одному человеку доброму, который сам ждет, как это сделать, пополнил мне баланс. И я вам продемонстрирую, как все-таки вывести эти деньги на вашу карту. Вот, мы переходим сюда, нажимаем на низ «Перевод средств», у нас здесь доступная карта. Нажимаем на нее, нам здесь пишут, перевод может занимать несколько минут и зависит от банка. Все переводы проводятся и могут быть отсрочены или приостановлены в случае, если вы обнаружили какую-либо проблему. Что через бесплатный, что вот здесь, через это меню вы переводите сюда, могут быть отсрочены, то же самое меню. Все, тут бесплатно 1-3 рабочих дней, здесь ничего не пишется. Давайте зайдем через стандартный. Например, нажмем далее, введем сумму $5, жмем далее, вот, остаток на счете 5, все, карта указана, сумма такая-то, вы получите вот столько денег, перевод, и назначаем перевод, вот сейчас. И, конечно же, вот видите, вы перевели 146 гривен от 3 рабочих дней, и на карту поступят деньги. Хочу вам продемонстрировать, что на карте у меня сейчас нету средств, там у меня... нету. Они уже сразу и поступили. Ха, ребят, вот зачислен перевод 20.36. Видите, время сейчас 20.36. Моментально переведены. Поэтому, как сделать так, чтобы эти переводы осуществлялись намного быстрее? Вот видите, все уведомления перешли. Вам нужно будет зайти в раздел карты, нажать на вашу карту и здесь подтвердить вашу карту. У вас будет здесь такое меню подтверждения. Вы здесь можете изменить, выбрать, каком оно будет. И, в принципе, все. Подтверждаете вашу карту. У вас должно сняться $95. То есть все те процедуры, которые будут указаны, введете секретный код. Тот, который придет вам в приложение банка, как у меня в данном случае. Вы в разделе уведомлений увидите цифры, коды. Там с 4 или с 5 цифр, я не помню. И этот код нужно будет ввести. Подтвердите, у вас здесь высветится окошечко такое, то, что верификация проведена успешно, и вы можете уже использовать полноценную карту. Это касается того, что как перевести деньги, как пополнить баланс, вы точно так же можете пополнять баланс через приложение. Выберем какого-либо человека, как пополнить ваш баланс. В этом выбираете сумму, допустим, я не знаю, 10 центов. Нажимаете далее, и здесь вы выбираете подпункт. Это друзья и родные, товары или услуги. Там, допустим, это будут друзья и родные. Нажимаем далее. Вы здесь с помощью карты можете отправлять деньги. То есть вы фактически пополняете счет, и отсюда уже вы будете переводить. Нажимаете далее, подтверждаете. Все, все это полноценно работает. Человек, который мне пополнил счет, возмущался, то, что это не работает. Но по факту это все работает, по крайней мере для Украины. Напишите, как у вас. Ну все, друзья, как сами видите, ничего сложного нет. Буквально все это в несколько кликов, нужно подождать. Самое главное, верифицировать карту. У вас $95 снимет. Самая главная новость, то, что до 30 июня 2022 года все платежи, связанные с банками Украины, будут бесплатно, без комиссии имеется в виду. То есть та сумма, которая к вам пришла, нету никаких процентов, никаких ничего. Вы выводите на карту, либо между собой переводите, все абсолютно бесплатно. Это хорошо, поэтому если будут какие-то вопросы, конечно же, опускайтесь в комментарии, пишите, задавайте, буду с каждым общаться, каждому помогу абсолютно по любому вопросу. Подписка на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше, скоро увидимся.